Так, ну что, попробуем покатать Spin Tires. Обучение пройдем. Давайте где-нибудь используйте мышь, чтобы перемещать камеру. Совершить перемещение камеры. Это была старая камера, Modrunner. Сейчас мы переключим игру в режим центр камеры на грузовике. Вы можете поменять настройки камеры в меню настройки. Опустите режим тормоз, поезжайте по асфальтированной дороге. Ох, моща. Вы приблизились к труднопроходимой дороге. Включите полный привод и блокировку дифференциала. Q и E. Погнали. Так, другая машина доступна. Пересядем сейчас. Так. Б нажимаем, заглушить. Пересесть. Выбираем. И погнали. О, красавец. Так, лебедку тут сейчас будем прицеплять. Я все помню. А не дотягивается. Нужно камеру удобно выставить и потом. Цепляем и едем дальше. Никуда мы нахрен не едем. Сейчас без лебедки выйдем нормально. Наверное. Что ж такое это? Так, да. Лебедка. Лебедка тащит. Идем дальше. Сейчас бревна привезем. Можем загрузить как короткие. Все.
Ну, прикольный график. Игра не новая, конечно. Сейчас этот груз доставим, я думаю, и достаточно. Прикольно все выглядит. Лес и пилка. Все, поздравляем, вы завершили обучение. Ставьте лайки, подписывайтесь.